Министр здравоохранения находится с рабочей поездкой в Алматинской области. Соледат Каирбекова посетила ряд объектов медицины Талдыкоргана. Взрослую детскую поликлинику, городскую больницу, женскую консультацию, частный медцентр и областной кардиологический центр. Она интересовалась тем, насколько мотивированы медработники в своем труде, какая у них сейчас зарплата и какие дают результаты введенные министерством дополнительные штаты медсестер, соцработников и психологов. Также министр проверила, как налажена работа с пациентами и насколько эффективно действует в реальности внедренная система очередности. В целом министр дала положительную оценку деятельности медучреждениям региона и отметила снижение уровня заболеваемости почти по всем показателям. Также в ходе своей поездки она побывала в городе Уштубе и селе Балпыкби и ознакомилась с состоянием дел в сельской медицине. Глава государства сказал, что первичная медико-санитарная помощь является основой всей стратегии, всей системы здравоохранения. Почему? Потому что именно первичная медико-санитарная помощь занимается разъяснительной работой, профилактической работой и формированием здорового образа жизни у нашего населения. Вот все это, начиная с профилактики, должно стать основным стержнем системы здравоохранения.